Творческая встреча двух признанных в республике коллективов народного ансамбля музыкальных инструментов «Джагуако» и «Макам» Кашхабльского и Шевгеновского районов прошла на сцене Центра народной культуры, собрала любителей традиционных национальных мелодий. Основной целью встречи стал обмен опытом работы творческих коллективов, установление теплых дружеских отношений, а также дать возможность зрителям двух районов вживую насладиться национальной музыкой. На нашей встрече присутствуют дорогие гости из нашего головного республиканского учреждения. Гедугошева Лариса Кушуковна, специалист по оркестрам народных инструментов Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея, Центр народной культуры Республики Адыгея. Заур Рустемович Нагоев, специалист по фольклору Центра народной культуры Республики Адыгея. Рауф Мурадинович Хурья, начальник управления культуры Кашхабльского района. Непшипуев Амин Хаталиевич, председатель районного общественного движения Адыгакасы, черкесский парламент. Конечно, наши дорогие гости из Шевгеновского района и работники культуры Кашхабльского района, поскольку наша встреча предполагает такой узкий формат сегодня, но очень серьезный. Слово для приветствия гостей предоставляется Рауфу Мурадиновичу Хурья. Еще раз всем добрый день, всем аккуфорди, хазлатапакар. Что хочется сказать. Во-первых, всегда очень приятно видеть гостей. Во-вторых, гостей видеть особенно приятно тогда, когда это гости являются профессионалами, специалистами самого высокого класса. Адыгский народ не самый многочисленный, к сожалению, в этом мире. Но до тех пор, пока живет культура, пока живет язык, до тех пор, пока исполняются народные песни, на родном языке исполняются народные мелодии. Народ жив, народ живет и будет надеяться на самое лучшее. Поэтому большое спасибо не только нашим гостям из Братского Шевгеновского района, но и нашим кураторам из Центра народной культуры, которым пришла в голову эта очень трезвая, очень нужная мысль собраться, посмотреть друг на друга, познакомиться и оценить обстановку. Я очень надеюсь, что эта встреча будет далеко не последней. Слово предоставляется Амину Хаталиевичу Непшикуеву. Задержите мах эту руку. Я по иноти гуапе, а дега сапком сапсиз ого, а дега сапком дяку козрошу, а дега сапком напе инуза атмосфера шишитенсо. Тегунов району трошку Шевгеновского району кичоган. А что я говорю, касаемо того, что я обсуждал, что это он, то ты чаги говоришь, искусство, мечтаю, культура, мечтаю, да дальше говорим, я маханда иду ход говорю, бзар казу хмара шару, что че да ху, а ты говоришь, макасу и сейчас мин шава шапкам сажар, казу хмара шару, слышу меня звучит же шару, слышу мак бзар хмара шару, не по, а ты говоришь, шава тари, шапок апотно ход кет, и у нава бьет чешем куш ажку. Поскольку адыгаку урусвежи шепша. А уж шепшина маха кызыпча. Ши адыгаурен дакыр кызыпча. Непа тибшавша тичамига дэгэцка кутяха кызышу. Та шон даку тетлим яхитау загазыми якуш ачи даку зарашу закатчу зарадгарал кочи штоди. А же шо непа цифрасаны шу. Ши ахачкаш цифрасаны маханышку шару ешва тичи тари касым кэтка ма юнит яла кумачсу. Юнити гуапы, мне перезаха хатает хочерпшин, со гуш апатак со сэты, гу бжахам хаму малан, че мета хочет нерас, та захаха касым тачу, значит, пускай таплавану, я че гуш апатат. Хочу я усу на пусту планчик. Я приглашаю на сцену для открытия творческой встречи специалиста по оркестрам народных инструментов Центра народной культуры Республики Адыгея Ларису Кушуковну Гедугошеву. Добрый день! Я рада приветствовать всех участников и гостей сегодняшнего мероприятия. Разрешите мне от имени Министерства культуры Республики Адыгея и руководства Центра народной культуры передать самые наилучшие пожелания участникам творческой встречи, а также поблагодарить Управление культуры Кашхабльского района и Центр народной культуры Аула Кашхабы за предоставленную возможность организовать этот праздник народной музыки. Сегодня на творческой встрече вы увидите выступления двух очень интересных, очень самобытных коллективов – это «Макам» и «Джагуако».
Выступления коллектива будут состоять из двух частей. Первая часть – это будет мастер-класс, где каждый руководитель продемонстрирует работу с ансамблем. Вторая часть – это будет концерт, который состоит из репертуара данного коллектива. Хочу сказать, что такие встречи позволят нам поближе познакомиться друг с другом, обменяться опытом работы, лучше узнать друг друга. И я искренне желаю всем ярких выступлений. Первым свое мастерство продемонстрировал ансамбль «Джагуаку» Шавгеновского района. Его руководитель Рамазан Шивацуков представил зрителям каждого участника ансамбля. Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас на вашей гостеприимной земле, земле Кашихабского района. Мы приехали не издалека, тут рядом, да, Шавгеновский район. Хочу представить вам участников нашего ансамбля «Джагуаку». Это трещоточник. Кстати, мы клубные работники, поэтому, допустим, он не только трещоточник, он и певец, он и актер театра, он и разноплановый, значит, артист Биштов Адам. Точно так же гармонист, актер театра, певец Пафов Айдамир. Камель. Игра на камеле очень и очень трудная. Я сам играю на другом инструменте, на сырне, блокфлейте, но я сам не могу ни одной ноты вот из этого инструмента извлечь. Это очень трудно, я знаю по себе. Заур Юсупов. Точно так же он не только на этом инструменте играет, но он у нас и актер театра, он и оператор звука. Гамлет Багдасарян. Да, вы его знаете, он бывший ваш коллега, здесь работал. Но, к сожалению, он в театре у нас не играет, в других коллективах особо не участвует, но он даулист от Бога. Вы знаете это, вы в курсе. Наш трещоточник Киков Аскарби. Поприветствуйте, он тоже разноплановый артист. Народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов «Макам» Кашихабльского района был создан в 1995 году. За многолетнюю плодотворную творческую работу ансамблю в 2003 году было присвоено почетное звание «Народный». Руководителем ансамбля является заслуженный работник культуры Мухаммед Табухов. Коллектив ведет активную концертную деятельность по популяризации народной музыки, являясь образцом тесного творческого сотрудничества. We'll be right back.
В завершении встречи ведущая поблагодарила всех гостей и коллективы за позитивные эмоции и настоящее эстетическое наслаждение от услышанных родных национальных мелодий, песен наших адыгских композиторов и теплую дружескую атмосферу. Организаторы надеются, что опыт встречи станет доброй традицией.